дорогие мальчики, мы хотели вас поздравить 7 мая. Мы не успели вас поздравить в мае, но мы вас поздравляем сегодня, 20 июня. В день нашего выпускного вечера, поскольку это последний день, когда мы, может быть, все вместе собираемся. Это видео, небольшое видео, где вся жизнь на нашей школе, что мы делали. Какой-то маленький год, а у нас просто миллион фотографий, мы даже не знаем, что добавлять, что надо не добавлять. Оторвала голову нам, чумачечая весна, и нам не до сна. И от любви схожу я с ума, чумачечая весна, чумачечая. Я иду по улице, словно чумачечи, от солнца, чтоб не жмуриться, я натяну очечи. А в стеклах отражаются девочки конфетки, за наглость не сочтите, угостите сигареткой. Пришла. Чем больше, что приятель, тем больше, что шума, больше, чем мел. Больше, больше.
ночи парни пылят силу подруги. Доброе утро, лейдис, вы умирали со скуки. Теперь здесь мистер Тимати, твой личный маг. Гроза твоего бойфренда, его злейший враг. Ведь он знает, я проникну в тебя так глубоко и сильно. А он захочет так же, а его чары бессильны. Он будет ныть под окнами, я не забуду, пока я не заставлю его исчезнуть оттуда. Теперь внимание, учим заклинание. Хотел жить мечтой, слепо доверяя, своим не верил глазам. Да ну, по-моему, поставь на маленькое. Хотел быть с тобой, я доверяю, но вот пришел этот день без твоих глаз. Надеюсь, вам понравится наше видео. Дорогие мальчики, мы, наверное, уже 20-й раз снимаем этот самый ролик, потому что мы очень сильно волнуемся. Мы хотим, чтобы вам это видео очень сильно понравилось. Вот, надеюсь, вы оставите в памяти себе это видео, вы про него не забудете. Мы вас, 4 девочки, очень сильно любим. Данки сегодня да. Нет с нами. Но она тоже вам передает большой привет, и она тоже любит вас. Любит вас. Да, и она тоже, она правда очень хотела помочь нам с этим видео, но у нее небольшие проблемы. Ну, не то, что проблемы, она не успела к нам заехать, поэтому мы вот от ее имени тоже хотим вас поздравить с этим праздником. Да, спасибо Кунжан Джуман за режиссерство этого видео, спасибо мне за все фотки, за все архивы, которых у меня за меня. И спасибо Сане за то, что... Она помогала нам выбирать музыку. Да, музыку и примерно рассортировывать. Дорогие мальчики, мы хотели бы вам пожелать самое главное здоровья, успехов во всех ваших начинаниях и достижения всех ваших целей. Самое главное — любите и цените своих родителей, потому что если бы не они, нас бы сегодня здесь не было. Уважайте, цените, чтобы ваши родители были горды за вас всю жизнь. Всего вас самого наилучшего. Мы вас любим и целуем. Пока! Поздравляем! Я не сказала. Поздравляем! Дорогие мальчики, опять ты тормозишь. Ну, поздравляем! Дорогие мальчики, мы хотели бы вас поздравить с 7 мая. Поскольку мы вас не поздравили вовремя, мы решили вам сделать небольшой сюрприз на наш выпускной, потому что это единственный последний день, когда мы все собираемся вместе. Чей-то телефон звонит, а я так Поздравляем! Дорогие мальчики, мы хотели вас поздравить с 7 мая. Мы вас не успели... Надеюсь, вам понравилось наше видео. Мальчики, мы готовили это видео вам от души, от всего сердца. Надеюсь, оно вам понравится. Понравится. Они же посмотрят, потом мы же скажем, надеюсь, вам понравилось наше видео. Ты пишешь, оно вам понравилось. Мы его, правда, готовили от всей души, от всего сердца. Нет, конечно же, нет, подожди, ты правильно начала. Готовила его Кульжана, а они просто мне помогали. Да, фотки все были салты, архивы. Да, а кто же использовал... Моральная поддержка. Нет, а я сидела всю ночь, 2 дня. Чего врёшь? Она еще ничего, правда, не сделала. Сегодня только... А ты начала сделала? Сегодня только суббота, ты еще ничего не сделала, мы только делаем заготовки нашего видео. Надеюсь, мы его посмотрим 20-го числа. Сами делайте видео. Артём всегда кричит на нас. Артём, это можно было не говорить. Нет, Артём всегда кричит на нас. Артём. Надеюсь, вам понравилось наше видео. Мы... Так, давай... Надеюсь, вам понравилось наше видео. И Кульжан остормозила, как обычно. Ну ладно, вы тогда затормозили. О, Господи, готовили это видео вам от души, я записываю это уже 10-й раз. Надеюсь. Салта у нас мужик лысый. А Сана вообще демофродит какой-то. Демофродит? Главное, не демофродит, а демофродит. Подожди, это что, демофродит? Да. Ай, ну демофродит. Наилучшего, мы вас любим, обнимаем. Кусаем, нюхаем, слой. Это она хочет. Все. Мы наконец-то записали все 100-500 видео.
Окей. По-русскому 5.